21-летняя Олеся Кафельникова показала новый стильный образ. Модель примерила модный кожаный жакет и сравнила себя с матерью. У Олеси непростые отношения с родителями. Звезда подиума поддерживает натянутое общение с отцом, теннисистом Евгением Кафельниковым. А вот со своей матерью, 45-летней Марией Тишковой, девушка совсем не контактирует. Сейчас Кафельникова находится в Париже. Модель продемонстрировала поклонникам наряд в стиле casual. Олеся примерила серый свитер, кожаный жакет и черные брюки. Девушка сделала селфи в зеркало. Начала замечать, что, смотря в отражение, все чаще узнаю маму, призналась Кафельникова в Инстаграм. Некоторые поклонники согласились, что Олеся действительно похожа на мать. Копия? Да, очень на маму похожа. Гены – интересная вещь, ответили фанаты. Недавно Олеся призналась, что почти не общается с мамой. Модель рассказала, что Мария иногда публикует на своей странице ее фото, но они даже не созваниваются. Кафельникова заявила, что у нее более теплое отношение с ее агентом, чем с родителями. Мария тоже работает в модельном бизнесе. По словам Тишковой, на выбор дочери связать жизнь с подиумом она не влияла. В жизни Олеси было много драматичных моментов. Депрессия, анорексия, проблемы с наркотиками. Мария убеждена, что ее наследница сама привлекает к себе плохих людей. Недавно Кафельникова рассказала, что из-за занятости на работе ей некогда заниматься личной жизнью. Ранее модель заявила, что хочет стать более женственной.